представитель Центрального федерального округа, и Евгений Владимир, представитель Южного федерального округа. Проведен прием, но спортсмен Зверев выкрутился с него. Пришли положение партера. Атака была на Евгению. Вот сейчас Евгению. Нет, это стал проводить на удержание, переходить. Но Евгению теперь вышел с опасного положения. Зверев пытается еще раз перевернуть на удержание ногами. Но это все бесполезно. Ну, не стоит, я думаю, Владимиру закрываться в партере, потому что так же, как и в стойке, если ты останавливаешься, ты можешь успешно проиграть. В партере, как, так же, как и в стойке, нужно двигаться, постоянно быть лицом к противнику, предпринимать попытки активных действий. Но пассивная борьба в партере ни к чему хорошему не приводит. Судья поднимает спортсмена в стойку и продолжение поединка. Вот хорошая попытка очередная Владимира провести бросок через спину. Я думаю, сейчас судья накажет Зверева за пассивность. Нет, ну еще одна попытка. Атака, повторная атака. Уже две атаки на счету у Зверева. Контролирует захваты. Нашел рабочую руку противника Владимир. Вот попытка провести третья атака. И снова. А наказание не следует. Пока опережает. Так, что-то яркого нет, но подвороты. Но тем не менее. Более демонстрация активности, да, приводит. Зверево вообще-то. Наказанию Зверева и небольшое преимущество у Владимира Евгеньева. Не разгоняет соперника своего с места, впрыгивает. Тоже опасное действие, потому что можно в обратную сторону получить контратакующее действие. Ну, сейчас активизировал борьбу. Зверев был атакан, но он не довел до конца. 2 минуты 50 секунд до конца поединка. Ребята уже тяжело дышат. Еще бороться половину встречи. Еще пол встречи. О, красиво переднюю подножку делал Зверев. Сейчас он не довел до конца. Потихоньку преимущество начинает перевешивается в сторону Максима Зверева. Если так дело пойдет, следующее, ну, судья, да, наказывает Владимира. Две атаки. Спортсмен получил замечание. И сразу бросается в атаку Владимир Евгеньев. Попытка подхвата. Распускает захват, неплотный захват, не приносит результатов. Эта попытка. Арбитр остановится, заправится, потому что команда болтается, если тяжело делать захват особенно. Встреча продолжается, посмотрим. Сейчас самая такая будет тяжелая. Снова отключает правую руку Евгений и красивый бросок. Да. Япон. Загнал и бросил подхватом. Это говорится, что если сам не атакуешь, значит будет какой-то вес. Остановился в атаке и пропустил движение.
Катаря 4 повезла, держал и не видит.